Октябрь «Металлург» начал с чистого листа. Есть трудовая победа над «Локомотивом». Хорошая результативность, в несколько раз больше средних показателей команды, дважды реализованное большинство – все это придает уверенности перед второй игрой домашней серии. И забили 5 шайб, и что большинство забило. То есть положительных моментов много, но я говорю, что еще стройка все равно довольно большая. Конечно, выигрывать всегда приятно. Когда выигрываешь, легче переносишь нагрузки и усталость. Поэтому надо зацепиться за это хорошее самочувствие, за эту нить и продолжать в том же духе. Экс-нижегородская связка Галузин-Паршин организовала победный гол в ворота «Локомотива». Вселяет дополнительный сдержанный оптимизм накануне принципиальной для Владимира и Дениса игры с «Торпедо». Отыграл очень много лет, это мой родной клуб. Эмоции, ну, наверное, какие-то смешанные и, наверное, волнительные, но посмотрим. Надо просто успокоиться и играть в свой хоккей. «Торпедо» занимает 4-ю строчку на Западе, однако выезд для нижегородцев складывается неудачно. 2 поражения подряд. «Магнитка» готова встретить сверхмотивированного соперника, привыкшего играть в очень активный хоккей. Тренеры отмечают, «Металлург» должен действовать дисциплинированно на протяжении всего матча, а особенное внимание уделить вторым периодам. Да, со сменами связано. Сейчас, к сожалению, перешел в такой второй период в русло, кто кого перебегает и переменяет. 16 очков у «Торпедо», и они играют довольно-таки в современный хоккей. Они очень хорошо давят и ждут контратаки, поэтому интересная такая команда, очень быстрая, да. Готовимся. Команда достаточно быстро играет, активно. Знаю стиль Дэвида, поэтому они будут бежать и играть на контратаках. Очень быстрая команда. Готовятся и магнитогорские болельщики, братья по огню. Начало встречи в 17:00. Быть всем. Приглашаем всех болельщиков поддержать любимую команду. Всех ждем.